увидит. Не увидит. Он ко дню рождения готовится. Ага. Нюшка, ну ведь сейчас уже день. Вот. У него день рождения после обеда вечером. Сообразил? Ага. Кирюшка готовится к вечеру рождения. Ой, Андрюшка, давай! Не шуми так громко. Не могу. Тогда шуми тише. Андрюшка, рви самое спелое. Кирюшка не любит неспелых сюрпризов. Ага, сюрпризничают. Без меня? Хотели как лучше. Помогите. Эх, помогать. Так помогать. Кирюшка, у твоей мамы есть дома цветы? Как? Кактус? А что она делает, чтобы он рос быстрее? Она его поливает. Правильно. Чтобы расти быстрее, нужно регулярно поливать. И удобрять. Ну как? Чувствуешь что-нибудь? Будто меня только что помыли. Да нет же, чувствуешь, как ты растешь. Не-а. Я же говорю, надо удобрять. Очень может быть. А чем? Какая-то ты, Нюшечка, непонятливая. Удобрять надо удобрениями. Как это? Не знаю. Может, чем посыпать? Посыпать, говоришь? Моя мама! Моя мама это в суп сыпет. Говорит, что это очень полезно. Тут что-то не так. Нюшка, про удобрение забудь. Вспомнила!
Кирюшка, мы забыли тебя посадить. Куда? Никуда, во что. Нужны лопата и грабли. И грабли? Цветы обычно растут в клумбе. Сообразил? Я сейчас. На. Ой, трус. На кухне. Кирюшечка, всего-то надо, чтобы ты подрос вот на столечко. Так много? Ну хорошо, хотя бы вот так. Вот, принес. Мог бы побыстрее. Теперь нужно много воды. А без нее нельзя? Где это ты видел, чтобы цветы поливали без воды? Да еще в такую жару. Андрюшка, держи. Ой. Внимание! Дорогой Кирилл, мы очень-при-очень рады преподнести этот праздничный пирог. Друзья, вы настоящие? Верные друзья! Ура! Ой! Просто я хотел сказать ура! Ура! Thank you.
Держи! Бастей! Гол! Мимо. Е-хай! Замена вратаря! Андрюшка, отдай перчатки Кирюшке! Не хочу вратарю! Хочу нападающим! В нашей команде нападающий может быть только один! А пусть будет целых два! Разговорчики с судьей! Это что же получается? Ты нападающая судья? Ну хватит! Первый тайм подходит к концу! Андрюшка, защищайся! Метровый удар. За грубую игру защитник Андрюшка ударяется. Извиняюсь, удаляется с поля. За что? За неспортивное поведение. Раз, два, пять, шесть, девять. Нюшка! Кирюшку жалко. Попрошу болельщиков сдерживать свои эмоции. Самое небо. Не беда. Полетает, полетает и вернется. Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Смотри, не накаркай. Ого! Кажется, мы сломали небо. Как это? Сломали? Очень просто. Видел, куда мячик полетел? Ага. Вот-вот. Мячик большой, а звездочки такие маленькие. Вот он и сбил одну. А может, и не одну, а целое созвездие. Ой. А мамы нас не накажут? Не волнуйся. Всю ответственность я беру на себя. Говорили тебе, не каркай. Небо синить. В этой бочке небо? Фу, вот бестолков. Это не бочка, а ракета. Сейчас мы ее построим, полетим на небо и заколотим дыру. Какую дыру? Черную. Это как это? Это, Кирюшка, словами трудно объяснить. Чего-то в этой ракете не хватает. Секундочку. Так, посмотрим. Ну, конечно! Кирюшка, а ты буквы знаешь? Ага, букву Р. Осторожно!
ценная вещь. Если что, будет как парашют. Нюша, а что такое «если что»? Если — это если откажут двигатели. А что — это что ты, Андрюшечка, тогда делать будешь? Я? А двигатели-то в этой ракете и нет. А это ты видел? Да. У меня дома есть такой же, только больше. Как-то плохо получается. Ух ты! Последняя модель! Последняя? Самая! Многоскоростная! Нет, Кирюшка, сначала надо подготовить скафандр. А в этом деле мелочей не бывает. Не жмет? И да, облегчит твое дыхание. Это шлем. И помни, Андрюшечка, мы с тобой. Теперь высунь руки. Держи крепко. Начинаем предстартовый отсчет. 5, 4, 2. Стой! А чем космонавт будет небо чинить? Правильно! Ему потребуется молоток и гвозди. Вот и шлем пригодился. Ну что, готов? Ага! Старт! Заткнем, рубай! На родную землю. Нюша, а ты говорила, целое созвездие. А еще я говорила, полетает, полетает и вернется. Второй тайм! Кирюшка, ты спрашивал про черную дыру? Ой. Вот, полюбуйся. Вот это? Ну, может и не совсем. Ну, очень похоже. Thank you.
Кирюшка, что-то мы давно ни во что не играли. Может, в прятки? Только чур, я буду прятаться первым. А почему это ты? Зато ты первым будешь искать. Ну вот еще, я первым предложил, я первым прятаться и буду. А я первым согласился. А я тогда играть не буду. Игра сам. Как же я сам от себя спрячусь? Я же себя очень быстро найду. Да, без Нюшки никак. Можно читать хоть целый час. Вот если бы и в жизни так. Приключения, отвага, борьба за сердце прекрасной дамы. Какой дамы? Ну, такой, как я. Как ты? А что, разве не похоже? Что-то не очень. Не очень? Минуточку! Ну? Что вы теперь скажете? Нюша, ты такое в своей книжке подсмотрела? Да, там такого сколько хочешь. Я вам сейчас ее покажу. Да мы ее уже видели. Нам бы почитать. Нет, книжку читать мы не будем. Мы будем в нее играть. В прятки играл, в футбол играл. А в книжку? Это как это? А? Так это проще простого. Главное, нужны злой дракон, бесстрашный рыцарь и... Самое главное, прекрасная дама. Нюшка, ты чего это туда залезла? Во-первых, не Нюшка, а прекрасная дама. А во-вторых, это замок. И меня стережет злой дракон. Что злой дракон? Задумал погубить прекрасную даму? Нюшка, а кто из нас злой дракон? Ну, конечно же, ты. Это почему же? Это потому, дракоша, что Кирюшка бесстрашный рыцарь. Ой! О, рыцарь, спасай меня быстрее! Стой! Вначале ты должен сразиться с драконом. С кем? С Андрюшкой. Ладно, жди, я мигом. Идея, Нюшечка, побудь драконом вместо меня. Разве это идея? Это... Неужели меня никто не спасет? Андрюшка, ты как? Где эта дама? Она там, в дереве, то есть в замке, ждет. Андрюшечка, у меня идея получше. Теперь Кирюшка будет драконом, а ты рыцарем, и именно ты спасешь меня. Нюша, а до конца книжки еще много осталось? Это зависит от бесстрашного рыцаря. Значит, еще много. Не волнуйся, щит у тебя уже есть, остались пустяки. Это сделает тебя еще бесстрашнее. А тебе идет. Андрюшка, давай! Я так долго ждала этого момента. Прекрасно! Рыцарь, ну кто так сражается со злым драконом? Показываю последний раз. Кирюшка, стой здесь. Ты стой рядом.
будете драконами, а я бесстрашным рыцарем. А кто будет прекрасной дамой? Он еще спрашивает. Ну, конечно же, я. И рыцарем? И дамой? Одновременно? Может, в книжке этого и нет, но без личного примера нам не обойтись. Внимание! Ура! Свободу прекрасным дамам! Какая-то продазрительская тишина. И где эта дама? Помогите! На помощь! Кажется, я знаю. Нюшечка, ты где? Да тут я, тут! А чего ты там делаешь? Я свищу на ветре. Нюшка, а ты сейчас Нюшка или прекрасная дама? Я сейчас колодцы, и плавать я не умею. Ага, если Нюшка не прекрасная дама, то я не бесстрашный рыцарь, а ты, Кирюшка, не злой дракон. Да вытащите меня отсюда! И значит, мы уже не играем? Ай, ой! Так ее и вправду надо спасать. Кирюшка! Кирюшка, может, подашь прекрасной даме руку? Ах, извини, как я сразу не догадался. Андрюшка, ты когда-нибудь рыбу ловил? Нет, а что? А то, что теперь тебе придется ловить меня. У тебя удочка дома есть? Кажется, есть. Если ты немедленно не поймаешь меня, то, кажется, я утону. Вот, удочка дедушкина. По-моему, у удочки должны быть крючок и леска. Это спасительская удочка. Тут все сложнее. У спасительской удочки должна быть спасительская веревка. Эй, ну скоро вы там? Готово. Остался маленький пустячок. Что осталось? Осталось на эту маленькую удочку вытащить большую Нюшку. Держись крепче. Где это я? Ты снова с нами, Нюшечка. Только чур, я больше не буду злым драконом. А из меня рыцарь, ну, совсем не получился. А кто меня из колодца спас? Ну-ка, ловите меня. Да из вас такой рыцарь получился, что ни в одной книжке не прочтешь. Так что? Мы больше в книжку играть не будем? Будем! У меня дома еще одна есть! Детектив называется! Thank you.
сделал? Я? Это не я. Нет, я спрашиваю. Ты зачем зонтик испортил? Какой зонтик? А уже никакой. А ты, Нюшечка, зачем мой мячик сломала? Я? В целях самообороны. А ты знаешь, что моя мама скажет? А ты догадываешься, что моя мама делает? Твоя может. Твоя тоже. Вообще-то мячик так себе был. В него попасть было трудно. А зонтик закрывался плохо. Да и открывался тоже. А если дождь? Ты это про что? А про то, что если в этот самый момент пойдет дождь, то мы обязательно промокнем. И тогда наши мамы, сообразил? Они будут очень недовольны. Хорошо Кирюшке, ведь у него ничего не сломалось. Ага, наверное, сидит себе дома и знать не знает, каково ему друзьям в этот трагический момент. Ух ты! Думаешь, если у тебя есть барабан, а у нас его нет, то тебе можно стучать на весь двор, а нам нет? Это мой барабан. Мне его мама подарила. А если с ним что случится? С моим барабаном? Ну да, какой-нибудь несчастный случай. Да в него сколько хочешь бей. Он очень крепкий. Ну-ка, дай я проверю. Вещь! Ну кто так по барабану стучит? Слабак! Да-да, вот как! Заткните уши, сейчас такой бах будет! Слыхали? Теперь моя очередь! Моя! Так, ты держи здесь! Теперь и Кирюшкина мама будет недовольна. Ну и влетит же мне! Если пойдет дождь, то придется возвращаться домой. А там нас ничего хорошего не ждет. Ждет! Обед ждет! Ага! Вот являешься ты домой, а твоя мама спрашивает: а где этот твой мячик, Андрюшечка? А ты... Нету, мама? Ха-ха! Что же нам тут всю жизнь мокнуть? Почему мокнуть? Мы свой дом построим! Собственный! Правильно! Этажей 5 или даже 100! Нет, 100 нам ни к чему. Хватит одного. А я хочу свой. И чтобы обязательно с балконом. Надо нарисовать план строительства. Тогда будет понятнее. Считайте, что он уже готов. Нарисовать план — это сущие пустяки. Вот. В этом плане чего-то не хватает. Ну как? Таких домов не бывает. Ну, что вы на это скажете? А ну дай, дай я! Нет, я! Нет, я! Нет, я! С этим планом просто беда какая-то! Это не с планом беда, а с вами! И не беда, а горе! Придется строить на глазок! Это как это? Очень просто! Из подручных материалов! Из-под... Откуда? Очень хорошо. Надо укрепить фундамент. Не дует? Ня!
Я тоже в этаж хочу. Стой! Для тебя нужен этаж побольше. Пожалуй, это будет в самый раз. Ну, чего сидишь, навали! Мамочка! Прошу! Ой! Ой! Нюшка, а сколько будет всего этажей? Еще не знаю. Но лично мне этаж не помешает! Кажется, сейчас кто-то промокнет до последней капли. Внимание! Переходим к завершающему этапу. Нюшечка, а мы переходим все вместе или только ты одна? А ты хочешь нас с Кирюшкой бросить? Так сказать, на произвол судьбы? Просто мне надоело сидеть без дела. В таком важном деле, как строительство дома, сидеть без дела — непростое дело. Попробуем по-другому. Андрюшка, вот и дело тебе нашлось. Считаю до одного. Прыгай. Раз. Ну, теперь можно и передохнуть. Мамочка! Нюшка, ты сломала мой этаж! Помогите! Промокаю! Стой! А то все разрушишь! Это мой барабан! Мне его мама подарила! Надо было... не дом, а... А что твоя мама сделала? Моя мама лучше всех. Она мне вот что подарила. Если пойдет дождь или целый ливень, в них можно быстренько уплыть. А моя мама немножечко лучше. Ого! Главное, чтобы ты вовремя спаслась. Вы что тут опять затеваете? Готовим мою маму к стихийному бедствию. Это чтобы бедствие было поменьше. Все-таки моя мама вся в меня. Ого! Видно? Как-то видно.
но не совсем. А так? О, так совсем другое дело. Какой любопытный вид. Это кто же так учил тебя шарик надувать? Дай-ка сюда, учись! Мне его мама подарила за хорошее поведение. А разве у тебя бывает плохое? Где он? Он теперь очень далеко. Ну, спасибо тебе, Нюшечка. Что я скажу маме? Да ладно тебе, мы его вмиг разыщем. Интересно, что там? Говорят, там бывают реки и море. А что такое море? Море это такая большая-пребольшая лужа. Неужели такие бывают? Бывают еще больше. Океаны называются. Сам ты океан. Правильно будет океан. А какой он, этот океан? Если Андрюшка не перестанет реветь, то у нас свой океан будет. Андрюшечка, поплачь еще. Ну, пожалуйста. А вдруг там ничего нет? А вдруг есть? Но об этом никто не знает. Мы первыми откроем неизвестное. И обязательно всем сообщим об этом. И заодно найдем шарик. Ну, заладим. Шарик. Да куда он денется? Внимание! Мы отправляемся в дальние края. На сборы 5 минут. Эй, вы что, хотите сделать открытие последними? Я первый. Нет, я. И ну-ну. Стой! Сначала мы должны дать друг другу клятву. Не понимаю, зачем давать друг другу одно и то же? Ну так положено. Если кто-то собирается далеко-далеко, и если этот кто-то собирается далеко-далеко не один, то они все оба обещают, ну, в общем, они дают друг другу клятву. Понятно? Ну, давайте это самое быстрее. Даю. Беру. Поехали! Ну-ну. Давай быстрее, а то без нас все переоткрывают. Ты слышал? Интересно, что скажет моя мама? Раз! Нюшечка, это лужа или море? Это, Кирюшка, и есть Андрюшкин океан. Вот все обрадуются, когда узнают. Особенно Андрюшкина мама. Какое-то неудачное открытие. Может, на обратном пути и закроем? Эх ты, горе-плаватель! Открытие на то и открытие, что назад оно не закрывается. Я тоже в открытие хочу. Секундочку. По-моему, туда. По-моему, сюда. А по-моему, обратно. Эй, а как же клятва? Кажется, я открыл то, сам не знаю что. Нюшка! Андрюшка! Вы где? Мама! Мамочка! Это место мне очень знакомо. Падам-падам-падам! О! Кажется, я открыл злой-призлой лес. Два. Какое-то сногсшибательное открытие. Интересно, что скажет Кирюшкина мама? Пока не поздно. Ты права, Нюшечка, поздно, обед скоро.
Я говорю, пока не поздно. Сделаем выводы. Во-первых, первым сделал открытие Андрюшка, только очень маленькое. Во-вторых, Кирюшка сделал то же самое, только в другом месте. И самое последнее. За дело берусь я. И вот тогда... Мы пойдем домой. Я правильно понял, Нюшечка? И вот тогда я открою самое-пресамое и обязательно расскажу об этом всем. Вперед! Только вперед! Стой! Вперед нельзя! Там злой-призлой лес! А давайте совсем в обратную сторону. Обратно нельзя, там все давно открыто. Вперед нельзя, обратно нельзя, тогда можно вбок. А это не очень далеко. Не близко. Пожалуй, обратно не так страшно. Ну, чего вы ждете? Ну-ну, как-нибудь сама открою. Посмотрим, кто из нас откроет самое-призамое. Да я! Да я! Ага, туда. Нет, туда. А может, туда? Нет, все-таки туда. Чего бы такого открыть? Наконец-то! Да я один, сколько хочешь открыть, я открою. Хоть целых 100. А может, даже 100 с хвостиком. Там я был, оттуда я вернулся, а вон там, там я тоже был, и даже 2 раза. Кирюшечка, Нюшечка, туда. Я знала, я знала. Вот это да. Я уже близко! Почти! Да тут уже все давно открыто, закрыто и даже зарыто. Помогите! Андрюшка, я сейчас! Караул! Помогите! Возмутительное открытие. Что я скажу Андрюшке с Кирюшкой? Андрюшка! Кирюшка! Эй, где вы? Нюша, наконец-то! Кри! Нюшечка, я так ничего и не открыл. Я тоже. Я! Не я, а мы. И вы даже не представляете, что мы все вместе открыли. Что? Мы все трое открыли самое главное. Главное, что мы нашлись. И еще главное, что мы идем домой. Но самое-самое главное, что мы настоящие друзья. Замечательное открытие! Вот все обрадуются! А я как полечу и бах! А я ни чуточки не испугался! Испугался! А вот и нет! Да! Нет! Стойте! Он все-таки вернулся! Он тоже настоящий друг! Дай мне! Нет, я! Нет, я! Нет, я! 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 Хочу! Я! Интересно, что скажут наши мамы? Thank you.
давно ни во что не играли. Может, в прятки? Только чур, я буду прятаться первым. А почему это ты? Зато ты первым будешь искать. Ну вот еще, я первым предложил, я первым прятаться и буду. А я первым согласился. А я тогда играть не буду, и красом. Как же я сам от себя спрячусь? Я же себя очень быстро найду. Да, без Нюшки никак. Буквы знаешь? Прочти нам хоть одно слово. Ну и не надо. Эх, такую книжку можно читать хоть целый час. Вот если бы и в жизни так. Приключения, отвага, борьба за сердце прекрасной дамы. Какой дамы? Ну, такой, как я. Как ты? А что, разве не похоже? Что-то не очень. Не очень? Минуточку! Ну, что вы теперь скажете? Нюша, ты такое в своей книжке подсмотрела? Да, там такого сколько хочешь. Я вам сейчас ее покажу. Да мы ее уже видели. Нам бы почитать. Нет, книжку читать мы не будем. Мы будем в нее играть. В прятки играл, в футбол играл. А в книжку? Это как это? А? Так это проще простого. Главное, нужны злой дракон, бесстрашный рыцарь и... самое главное, прекрасная дама. Нюшка, ты чего это туда залезла? Во-первых, не Нюшка, а прекрасная дама. А во-вторых, это замок. И меня стережет злой дракон. Что злой дракон? Задумал погубить прекрасную даму? Нюшка, а кто из нас злой дракон? Ну, конечно же, ты. Это почему же? Это потому, дракоша, что Кирюшка бесстрашный рыцарь. Ой! О, рыцарь, спасай меня быстрее! Стой! Вначале ты должен сразиться с драконом. С кем? С Андрюшкой. Ладно, жди, я мигом. Нюшечка, побудь драконом вместо меня. Разве это идея? Это... неужели меня никто не спасет? Андрюшка, ты как? Где эта дама? Она там, в дереве, то есть в замке, ждет. Андрюшечка, у меня идея получше. Теперь Кирюшка будет драконом, а ты рыцарем, и именно ты спасешь меня. Нюша, а до конца книжки еще много осталось? Это зависит от бесстрашного рыцаря. Значит, еще много. Не волнуйся, щит у тебя уже есть, остались пустяки. Это сделает тебя еще бесстрашнее. А тебе идет. Андрюшка, давай! Я так долго ждала этого момента. Прекрасно! Рыцарь, ну кто так сражается со злым драконом? Показываю последний раз. Так, Кирюшка, стой здесь. Ты стой рядом. Будете драконами. А я бесстрашным рыцарем. А кто будет прекрасной дамой? Он еще спрашивает. Ну, конечно же, я. Рыцарем?
Одновременно? Может, в книжке этого и нет, но без личного примера нам не обойтись. Внимание! Ура! Свободу прекрасным дамам! Какая-то, правда, зрительская тишина. И где эта дама? Кажется, я знаю. Нюшечка, ты где? Да тут я, тут. А чего ты там делаешь? Я трясу на ведре. Нюшка, а ты сейчас Нюшка или прекрасная дама? Я сейчас в колодце, и плавать я не умею. Ага. Если Нюшка не прекрасная дама, то я не бесстрашный рыцарь. А ты, Кирюшка, не злой дракон. Да вытащите меня отсюда! И значит, мы уже не играем? Ай! Ой! Так ее и вправду надо спасать. Кирюшка, помоги! Кирюшка, может, подашь прекрасной даме руку? Ах, извини, как ты, я сразу не догадался. Андрюшка, ты когда-нибудь рыбу ловил? Нет, а что? А то, что теперь тебе придется ловить меня. У тебя удочка дома есть? Кажется, есть. Если ты немедленно не поймаешь меня, то, кажется, я утону. Вот, удочка дедушкина. По-моему, у удочки должны быть крючок и леска. Это спасительская удочка. Тут все сложнее. У спасительской удочки должна быть спасительская веревка. Эй, ну скоро вы там? Готово. Остался маленький пустячок. Что осталось? Осталось на эту маленькую удочку вытащить большую Нюшку. Держись крепче! Еще! Ну еще! Еще чуточку! Кирюшка, без тебя я не справлюсь! А со мной? Придется в книжку играть. Где это я? Ты снова с нами, Нюшечка. Только чур, я больше не буду злым драконом. А из меня рыцарь, ну, совсем не получился. А кто меня из колодца спас? Ну-ка, ловите меня. А? Да из вас такой рыцарь получился, что ни в одной книжке не прочтешь. Так что? Мы больше в книжку играть не будем? Будем. У меня дома еще одна есть. Детектив называется. Читать.
Петя, Андрюшечка, чего сделал? Я? Это не я. Нет, я спрашиваю. Ты зачем зонтик испортил? Какой зонтик? А уже никакой. А ты, Нюшечка, зачем мой мячик сломала? Я? В целях самообороны. А ты знаешь, что моя мама скажет? А ты догадываешься, что моя мама сделает? Твоя может. Твоя тоже. Вообще-то мячик так себе был. В него попасть было трудно. А зонтик закрывался плохо. Да и открывался тоже. А если дождь? Ты это про что? А про то, что если в этот самый момент пойдет дождь, то мы обязательно промокнем. И тогда наши мамы, сообразил? Они будут очень недовольны. Хорошо, Кирюшке, ведь у него ничего не сломалось. Ага, наверное, сидит себе дома и знать не знает, каково его друзьям в этот трагический момент. Барабан, а у нас его нет, то тебе можно стучать на весь двор, а нам нет? Это мой барабан, мне его мама подарила. А если с ним что случится? С моим барабаном? Ну да, какой-нибудь несчастный случай. Да в него сколько хочешь бей, он очень крепкий. Ну-ка, дай я проверю. Вещь! Ну кто так по барабану стучит? Слабак! Да-да, вот как! Заткните уши, сейчас такой бах будет! Слыхали? Теперь моя очередь, моя! Так, ты держи здесь! И Кирюшкина мама будет недовольна. Ну и влетит же мне. Если пойдет дождь, то придется возвращаться домой. А там нас ничего хорошего не ждет. Ждет. Обед ждет. Ага. Вот являешься ты домой, а твоя мама спрашивает: а где этот твой мячик, Андрюшечка? А ты нету, мама? Ха-ха! Что же нам тут всю жизнь мокнуть? Почему мокнуть? Мы свой дом построим, собственный! Правильно! Этажей 5 или даже 100! Нет, 100 нам ни к чему, хватит одного. А я хочу свой, и чтобы обязательно с балконом. Надо нарисовать план строительства. Тогда будет понятнее. Считайте, что он уже готов. Нарисовать план — это сущие пустяки. Вот. В этом плане чего-то не хватает. Ну как? Таких домов не бывает. Ну, что вы на это скажете? А ну дай, дай я. Нет, я! Нет, я! Нет, я! С этим планом просто беда какая-то! Это не с планом беда, а с вами! И не беда, а горе! Придется строить на глазок! Это как это? Очень просто! Из подручных материалов! Из-под... откуда? Очень хорошо! Надо укрепить фундамент.
я тоже в этаж хочу. Стой! Для тебя нужен этаж побольше. Пожалуй, это будет в самый раз. Ну, чего сидишь, навали! Мамочка! Прошу! Ой! Ой! Нюшка, а сколько будет всего этажей? Еще не знаю. Но лично мне этаж не помешает. Кажется, сейчас кто-то промокнет до последней капли. Внимание! Переходим к завершающему этапу. Нюшечка, а мы переходим все вместе или только ты одна? А ты хочешь нас с Кирюшкой бросить? Так сказать, на произвол судьбы? Просто мне надоело сидеть без дела. В таком важном деле, как строительство дома, сидеть без дела – непростое дело. Попробуем по-другому! Андрюшка, вот и дело тебе нашлось! Считаю до одного! Прыгать! Раз! Ну, теперь можно и передохнуть. Мамочка! Нюшка, ты сломала мой этаж. Помогите! Промокаю! Стой! А то все разрушишь! Это мой барабан! Мне его мама подарила! Надо было не дом, а... Твоя мама сделала? Моя мама лучше всех. Она мне вот что подарила. Если пойдет дождь или целый ливень, в них можно быстренько уплыть. А моя мама немножечко лучше. Ого! Главное, чтобы ты вовремя спаслась. Готовим мою маму к стихийному бедствию. А это, чтобы бедствие было поменьше. Все-таки моя мама вся в меня. Ого! Видно? Как-то видно. Но не
же так учил тебя шарик надувать? Дай-ка сюда, учись! Мне его мама подарила за хорошее поведение. А разве у тебя бывает плохое? Где он? Он теперь очень далеко. Ну, спасибо тебе, Нюшечка. Что я скажу маме? Да ладно тебе, мы его вмиг разыщем. Интересно, что там? Говорят, там бывают реки и море. А что такое море? Море это такая большая-пребольшая лужа. Неужели такие бывают? Бывают еще больше. Океаны называются. Сам ты океан. Правильно будет океан. А какой он, этот океан? Если Андрюшка не перестанет реветь, то у нас свой океан будет. Андрюшечка, поплачь еще. Ну, пожалуйста. А вдруг там ничего нет? А вдруг есть? Но об этом никто не знает. Мы первыми откроем неизвестное. И обязательно всем сообщим об этом. И заодно найдем шарик. Ну, заладил. Шарик, шарик. Ты куда он денется? Внимание! Мы отправляемся в дальние края. На сборы 5 минут. Эй, вы что, хотите сделать открытие последними? Я первый! Нет, я! И ну-ну! Ой! Стой! Сначала мы должны дать друг другу клятву. Не понимаю, зачем давать друг другу одно и то же? Ну так положено. Если кто-то собирается далеко-далеко, и если этот кто-то собирается далеко-далеко не один, то они все оба обещают, в общем, они дают друг другу клятву. Понятно? Ну давайте, давайте это самое быстрее. Даю. Даю. Беру. Поехали! Ну-ну. Давай быстрее, а то без нас все по двери открывают. Ты слышал? Интересно, что скажет моя мама? Раз! Нюшечка, это лужа или море? Это, Кирюшка, и есть Андрюшкин океан. Вот все обрадуются, когда узнают. Особенно Андрюшкина мама. Какое-то неудачное открытие. Может, на обратном пути и закроем? Эх ты, горе-плаватель. Открытие на то и открытие, что назад оно не закрывается. Я тоже в открытие хочу. Секундочку. По-моему, туда. По-моему, сюда. А по-моему, обратно. Эй, а как же клятва? Так, кажется, я открыл то, сам не знаю что. Нюшка! Андрюшка! Вы где? Мама! Мамочка! Это место мне очень знакомо. Падам-падам-падам! Кажется, я открыл злой-призлой лес. Два! Какое-то сногсшибательное открытие. Интересно, что скажет Кирюшкина мама? Пока не поздно. Ты права, Нюшечка, поздно, обед скоро. Я говорю, пока не поздно. Сделаем выводы. Во-первых, первым сделал открытие Андрюшка. Только очень маленькое. Во-вторых,
Кирюшка сделал то же самое, только в другом месте. И самое последнее. За дело берусь я. И вот тогда... Мы пойдем домой. Я правильно понял, Нюшечка? И вот тогда я открою самое-пресамое и обязательно расскажу об этом всем. Вперед! Только вперед! Стой! Вперед нельзя! Там злой-призлой лес! А давайте совсем в обратную сторону. Обратно нельзя, там все давно открыто. Вперед нельзя, обратно нельзя, тогда можно вбок. А это не очень далеко. Не близко. Пожалуй, обратно не так страшно. Ну, чего вы ждете? Ну-ну, как-нибудь сама открою. Посмотрим, кто из нас откроет самое-призамое. Да я! Да я! Ага, туда. Нет, туда. А может, туда? Нет, все-таки туда. Чего бы такого открыть? Наконец-то! Да я один сколько хочешь открыть и открою. Хоть целых 100. А может, даже 100 с хвостиком. Там я был, оттуда я вернулся, а вон там, там я тоже был, и даже 2 раза. Кирюшечка, Нюшечка, туда. Я знала, я знала. Вот это да. Я уже близко! Почти! Да тут уже все давно открыто, закрыто и даже зарыто. Помогите! Андрюшка, я сейчас! Помогите! Возмутительное открытие. Что я скажу Андрюшке с Кирюшкой? Андрюшка! Кирюшка! Эй, где вы? Нюша, наконец-то! 3! Нюшечка, я так ничего и не открыл. Я тоже. Я! Не я, а мы. И вы даже не представляете, что мы все вместе открыли. Что? Мы все 3 открыли самое главное. Главное, что мы нашлись. И еще главное, что мы идем домой. Но самое-самое главное, что мы настоящие друзья. Замечательное открытие! Вот все обрадуются! А я как полечу и бах! А я ни чуточки не испугался! Испугался! А вот и нет! Да! Нет! Стойте! Он все-таки вернулся! Он тоже настоящий друг! Дай мне! Нет, я! Нет, я! Интересно, что скажут наши мамы?